друзья мои, я сегодня готовлю суп. Суп с мясом. Это свинина. Свинину обжариваю. Это вообще должен был быть суп, который напоминает у нас харчо. Но так как говядину я не любитель, категорически не любитель, мои мужчины меня пощадили и сказали: окей, говядину не вари, раз она себе так неприятна, давай попробуем приготовить харчо, как будто бы по типу харчо какой-то суп, без говядины, например, с курицей или свининой. Курицу я тоже взяла, но курица у меня для другого. Я ее приберегу, она у меня в холодильнике, грустно. А тоже сегодня, наверное, буду готовить. А сейчас варю суп, который буквально двухлитровая кастрюлька маленькая, и жарю мясо, которое отправится туда. Туда же, в кастрюлю, я отправлю рис. Параллельно я еще снимаю видеорецепт короткий, который я размещу в Инстаграме и где там еще? В Ютубе. Значит так, запотевает. И видеорецепт смонтирую. Что там его монтировать-то? Быстренько все. Мясо поджаривают в золотистой корочке. Для чего? Вообще мясо жирноватое. Я решила избавиться таким образом вот от этого вареного жира. Будет лучше поджаренное мясо, а потом будет плавать оно у меня уже поджаренное в супе. Так. Почему готовлю по типу харчо? Потому что прошлый мой харчо очень понравился моим мужчинам. Вот. И муж говорит: может быть, его давай. Хотя я, например, его даже не могла попробовать. Мне было дурно. Здравствуйте. Жду необычных рецептов. Тогда вам нужно не на этот канал. У меня нет никаких необычных рецептов. Самые обычные, самые простые рецепты. Необычными я не занимаюсь. Так что, друзья мои, извините, вам не сюда. Никаких необычных рецептов вообще не будет никогда. Сразу предупреждаю, чтобы даже и не ждали. Отлично, чуть-чуть поднакрою. Теперь одну картошину я сюда кину, и лучок, и морковка. Подождите, почищу. Сейчас. Кастрюлька маленькая, специально варю маленькую кастрюлю, даже не хочу варить на там 2-3 раза, на один раз. Ну, это так, утрированно я говорю, на один раз. 2 литра, естественно, за один раз никто не съест, но если больше никто есть не будет, то я его вылью, и не будет никаких проблем. Мне для того, чтобы набрать в кастрюлю воды, из-под крана течет коричневая. Мне пришлось фильтр с чайника отовсюду сливать воду для того, чтобы была прозрачная вода, потому что у нас здесь в ЖК какая-то авария, и вся вода коричневая, непонятная. Так. Мясо. Сковородку не мою, потому что в этой же сковородке у меня сейчас будет жариться лук, морковка. Пена.
Там у меня уже рис, я сказала. Рис варится. По кафелю везде. В суп окунула полотенце. На кафель везде у меня все это. Господи Иисусе. Вторая картошка. А что делать, если снять надо? Потом скажут: Оля, а где рецепт? Суп готовим. Какой суп, не знаю. Какой-то суп. У него нет названия. Здравствуйте. Кого-то блокируют, что ли, не поняла? Дед не видит. Специально сохраню этот эфир, чтобы он посмотрел, как я умею готовить. А то все ему не нравится. Здравствуйте. Как же я вами восхищаюсь. Суп вам мой нравится. Здрасте. Так, чеснока забыла. Пару долек чеснока в обязательном порядке. Просто настаиваю. Пусть пока это все добро варится. Две картошки, мясо, рис. Даже еще не солила. Сейчас разберемся. Так, лук, морковка у меня есть кусками. Готовая порежу. Лук, морковь, чеснок. Чеснок. Еще туда томат мы добавим. Так, сейчас, друзья мои, вы меня не видите, но я здесь. Чесночок чищу. Сейчас, без паники. Несколько зубчиков. 4-5 у меня получилось. Здравствуйте. Пицца в духовке готовится. Не видим, зато слышим. Молодцы. Так, хотела накрыть. Наверное, потише сделаю огонь. И у меня здесь на другой телефон. Буду снимать еще параллельно. Так. Чеснок, лук режем. Чеснока да произвольно, сколько хотите, в моем случае 5 зубчиков. Первый на сковородку, кстати, на немытую сковородку после мяса, немножечко добавлю туда масло, отправится чеснок, после него отправится туда лук. И потом уже морковь. Ставим сковородку, чуть-чуть масла, не пригорело. Первым делом чеснок идет, поджаривается. Мы пока с вами морковку чеканем. Надо не забыть подсолить. Морковку как получится, так порежу. Это еще та морковка, которая по-корейски у меня
остатки. Чудесно хранится. Многие, кстати, замораживают, но в морозилку я не захотела, у меня кусками. Надо, достаю, вон на суп порезала, сколько мне нужно. И все. Еще малость. Ах ты ж, зараза. Пардон. Острый. Чуть много себе не отчекрынила. Извините. Случайность. Нормально, для этой кастрюли много тоже не надо. У меня томат я вчера весь потратила на это. На это дело. Блин, нахрен. Ладно, банку открою. Так, дальше. Фокусируйся. Мимо. Нормально. А вы думали, как рецепты снимаются? Так снимаются. Здрасте. Сюда по рецепту, если бы это был харчо, сюда нужно было бы еще и орехов долбануть. Но это у нас не харчо, еще орехов мне здесь не хватало. Не падай, дружок. Жарим. Жарим, парим, кочегарим. Отлично. Нет, не рассольник. Вы телефон не бросьте в кастрюлю. Постараюсь. Хотя, если что, он у меня не боится влаги. Суп какой-то. Суп называется какой-то суп. Без названия. Суп без названия, друзья мои. Вообще нет у него названия. Я сварила гороховый суп. У нас выяснилось, что сын не любит гороховый суп. Вчера на ужине. Он сказал, я вообще гороховый суп не люблю. Для меня это было открытие. Парню 15 лет. Я первый раз в жизни услышала от него, что он не любит гороховый суп. Так что теперь уже и гороховый у нас под запретом. Что, скоро мать варить будет, вообще непонятно. Во сколько будет розыгрыш? Попозже. Обед сначала приготовлю, а потом уже будет розыгрыш. Как раз все те, кто захотят, как обычно, забежать в последний вагон, могут как раз сейчас в Инстаграме пойти и забежать в последний вагон. Пока еще успевают. Попозже. И розыгрыш будет у нас в YouTube. Потому что в Инстаграм до сих пор закрыта возможность выходить в прямой эфир. Ну, по крайней мере, я так думаю. Сейчас это... Да что ты сегодня падаешь? Давай, иди отсюда. Задолбала. Честное слово, задолбала. Падает без конца. Сейчас посмотрю, что у меня тут с эфирами. Сейчас посмотрим. Нет, еще нет возможности выходить в эфир. Так что эфир у нас будет в YouTube. Я буду проводить в прямом эфире именно в YouTube. Сохраню, кто захочет, будет смотреть, кто не захочет, не будет смотреть. А, естественно, итоги розыгрыша выставлю в Инстаграме. Пожалуйста, никаких проблем. Так, что надо делать?
Девчата, вы что, совсем не умеете готовить? Ну что ж вы здесь сидите все? Она негодует, пишет комментарии. Шла в блог. Ну что ж вы не умеете готовить? Угу. И ты тоже в блог кобыла. Реально, людей вообще после того, как в Инстаграме началась вот эта хрень, с блокировками. Я никого не сижу, выкидываю только так. Алло? Нет, хлеб не покупала. Возьми воды. Давай. Всех подряд. Только мне не нравится вздох на моей странице, какой-то вяк. Сразу в блок. Даже вообще не думаю секунды. Если раньше я еще с ними... А что вам не нравится? А что? Что случилось? Сейчас вообще не разговариваю. Пошла вон. Еще у меня будет кровь тут сворачивать, всякая шваль. Секунду не думаю. Пусть удивляются. А потом пишут: Оля, а почему я у вас в блоке в Инстаграме? По качану и по качанке. Не соленая. Последняя соль. Последняя осень. Соль адыгейская по вкусу. Она уже со специями. Все хихоньки да хахоньки. Все людей за идиотов держит. Так, надо томат еще открыть. Сюда идет, вроде бы как, идет томат. Ну, я тоже налью. Что, мне жалко, что ли? Пусть варится. О! Сразу вкус появился с солью. Соль – это такая вещь... Оля, если обезьян научили разговаривать, это не означает, что на них нужно обращать внимание. Угу. Из Ютуба удаляю только так. Только так. Вообще. Вчера одна догавкалась, тоже я ее выкинула просто. Одна еще писала. Выставляю даже переписки. Даже не собираюсь. С чего это они решили, что... С чего это вообще какой-то посторонний человек решил, что я должна постороннего человека терпеть? Ну, свою родню могу я потерпеть, если мне что-то не нравится, например, да? Там, друзей, если мне что-то не нравится, я могу вытерпеть, потому что мои друзья. А постороннего мне человека не, я не терплю, даже не собираюсь. Делать мне больше нечего, еще терпеть выходки или там типа не обращать внимания. Да просто в блок. Ясное дело, не обращать внимания. Ну просто, чтобы человек вообще не имел никакой возможности мне написать гадость, мне оно не нужно. Это какая-то вот лишняя информация для меня. И потому я просто в блок кидаю и все. И даже не думаю. И в этом, в ТикТоке также у меня был заполнен, переполнен лимит по черному списку. Я зашла в самый конец, точнее, в начало. Ну, когда-то я там год назад кого кидала в блок. Человек 300, наверное, выкинула обратно. Ну, освободила. Какие-то собачки уже удаленные тоже это все дело из черного блока, из черного списка поубирала. И туда заново кидаю. Этот вопрос решается. Тоже сегодня был супчик, правильно, береги нервы, правильно. Пошла за томатом, секунду. И у меня до сих пор вопрос задают... До сих пор вопросы задают, а что, вам столько томата, ну, типа, надо, вы это все съедите? Это какая банка у меня? У нас еще зима не началась, но у меня уже, понимаете, стремительно заканчивается томат. Я волнуюсь. А еще даже не началась зима. В Ютубе нет эфира, так как второй телефон снимает рецепт. Верно. Верно. Не могу себе позволить сейчас выйти, потому что мне нужно этот рецепт
однозначно и в Инстаграм, потому что сейчас будут спрашивать. Только мне устрою мукбанг, первая минута мукбанга, мне тот же скажет, как ты готовила этот суп. Многие там ленятся переходить в Ютуб, даже и прикрепляя ссылки и все прочее, потому такие рецепты я решила публиковать сразу и снимать и сразу в Инстаграм тоже публиковать, чтобы вот это меньше меня дергали. Так, добавляю сюда томат. Вместе мой фруктовый сад. Томат, который закрываю на зиму. Шикарнейший. Здравствуйте. Вода, посмотри, коричневая стоит в этой. Совсем ошалели. Говорит, к вам придет сантехник. Я говорю, зачем? Ну, у вас же коричневая вода течет. Я говорю, так у вас авария, не у меня. Мне зачем ваш сантехник? Так. Ну, говорит, у вас же бежит коричневая. Я говорю, так вы у себя устраните поломку. Не будет у меня коричневой воды. Интересные. Меняем кастрюлю местами. Густой. Батюшки, матушки, когда я научусь варить не густой суп? Объясните мне кто-нибудь. Что не хватает перчика. По вкусу. Алло, кориандр по вкусу. Иди, твою мать. Так, что у нас здесь еще есть? Красный перец. Красного перца тоже сюда чуть-чуть. Маленький. Не со всей дури, чуть-чуть. Немножечко красного перца. Мясо тут, мама дорогая. Остренько. Зелень надо. А зелень-то есть? Господи, Иисусе, как это же. Зелень-то нет. Да что ж такое? Блин! Все падает у тети Оли. Я не фотографировала перец красный, а снимала видео. Короткое видео для видео. Видео для видео, знаете, такое бывает? Вот это как раз тот самый случай. На память. Сфотографировала себе перец на память, чтобы запомнить, как он выглядит.
Сейчас лук оберу, лишние запчасти с него. Зелень какая есть, у меня можно сказать, что нет. Совсем немного укропа, кинза и зеленый лук. Измельчанку. Все. Сейчас. Квадрокоптер, да, летает по кухне. Это первое. Второе. Я вижу, женщина пишет мне, а что, колпак износился? А что, ты мозг потеряла свой или что? Ты мозг свой потеряла? Ищешь здесь? Его здесь нет. Пойди в мусорном ведре поищи, там, где ты его оставила. Поняла, да? Тебя из черного списка я достала? Сейчас обратно зайдешь. Не проблема, вообще никакая для меня. Здравствуйте, добрый день. Что готовим? Суп, обычный суп. А нет, в нашем случае необычный. Суп с мясом. Представляете, разбогатела наконец-то. Смогла купить кусочек мяса. Приготовила первый раз суп с мясом, потому что стала сказочно богатая. Обычно же мне пишут, что у меня денег нет на мясо. Пусть возрадуются те, кто так страдал по поводу отсутствия мяса в моей кастрюле. Ага. А почему грубишь? По кочаной, по кочанке. Вон, пошла отсюда. Это я еще не грубила. Это я так. Приласкала, можно сказать. Лайтовенько. Если я буду грубить, тебе точно это не понравится. Здравствуйте. Пусть свои кастрюли смотрят. Я об этом говорю уже больше года. Людям все равно. Они все равно смотрят в чужую кастрюлю, в чужую квартиру и во все остальное. В шоке. Это чудесная новость. А в каком шоке я уже полтора года нахожусь? Ничего, пора и вам в шок входить. Хватит. С Алтайского края, здрасте. Всех рада приветствовать. Надеюсь, у вас хорошее настроение. У меня оно чудесное. Самое времечко, как говорится, кого-нибудь размотать. Здрасте. Сейчас тебе получится от тети Оли. Сдерживайтесь, не нарывайтесь, думайте, что пишете. Это как красная тряпка сейчас для быка. Ты это зря сейчас сказала. Благодарю за подарок. Самурской области. Тебе муж не дал сегодня. У кого что болит, тот о том и говорит. Вообще мне муж как бы и не дает. Начнем с этого. Обычно немножечко по-другому происходит в нашей семье. А у тебя муж дает? В какое место он дает тебе? Хотя лучше не отвечай, я предпочитаю этого не знать. Ваши половые проблемы – это ваши дела, не мои. Последняя осень.
Благодарю за подарок. Привет с Воронежа. Здрасте. Ну что, нальем супешник, посмотрим, как он выглядит. Ой, какие я себе заказала аксессуары для кухни мятного цвета. У меня вообще ничего нет мятного, но я захотела мятные. Благодарю за подарок. Естественно, это же надо снять. Давай уже. Виталь, суп наливаю! Что тут у меня отваливается? Фоткать, да? На заставку. Молодец. Все, друзья мои. Виталь, я суп налила. Ай, тут стулья стоят. Мать моя, женщина, горячо. Сейчас протру. Я думаю, что начались такие комментарии, я не вижу. Обязательно, я сейчас даже сниму видео специально для того, чтобы взбесить этих всех потрепанных. Пусть пишут. Приятного аппетита, благодарю. У нас люди как будто бы... это единственная цель в жизни, это написать указание другому человеку. Указание, еще что-то. Так. Что, друзья мои, суп мой готов. В нем такая куча мяса. Огромная куча мяса. Прямо ужас и страсти. Как обычно, я не могу приготовить жидкий суп. Я уже сказала, что суп с мясом или нет? Давайте же начнем задавать вопросы. А почему суп с мясом, если вы, собственно, едите его всегда без мяса? Суп с мясом, кстати. Я не помню, говорила я или нет. Вот, свинина здесь. Мяса много. Приятного аппетита, друзья мои. Говорила уже, что с мясом или нет? Непонятно, не помню. С мясом, в общем, суп. Сказала? Что сказала? Что суп с мясом? Или я забыла об этом сказать? Это ж сегодня целое событие. А сейчас это надо же поделиться-то, Господи Иисусе. Поделиться же надо обязательно этой историей. Что, друзья мои, суп мой готов? Какой молодец, да? Не говорила. А, хоть забыла сказать, у меня суп-то сегодня с мясом. Наконец-то! Нашкребли на мясо. Оль, забыла сказать, что суп с мясом. Я совсем забыла сказать. Радость хейтера суп, да? А где зелень? Да говорю, там. Суп с мясом и с зеленью. Основные два ингредиента. Приколдес. Не поняла, суп с мясом в итоге или нет. А вообще я не помню. Давайте посмотрим, суп с мясом сегодня или нет. Да, сегодня суп с мясом. Интересно. Удивительно, но он с мясом. Оль, мясом пахнет. Мясом вроде да, пахнет. Там же мясо есть. Реально с мясом? Точно? Да. Заказ на тортики вы принимаете? Нет, не принимаем, друзья мои. Принимаем заказы на суп с мясом.
Да, с мясом, с мясом. Все, в это сложно поверить, но суп действительно с мясом. Кто-то мясо наклал, это хейтеры. Мясо мое, я его самолично купила на 300 рублей. Или на 400, не помню. А мясо-то есть, мясо вроде даже есть, там много, по-моему. Мне кажется, он с мясом, вам неправильно. Ой, вам правильно, вам не кажется. А суп-то с мясом? Можно мне суп с мясом? Нужно, нужно суп с мясом. Тут суп с мясом, да, тут не до торта, здрасте. А мясо где? Мясо уже в кастрюле, в супе, собственно. Можно супчик, который с мясом? Можно, можно, можно. Даже мясо можно без супчика даже. Все, друзья мои, целую. Будет позже эфир, причем будет эфир и в YouTube, и в TikTok. В обязательном порядке я буду сегодня готовить блюдо новое. Я для него купила мясо. Я вообще сегодня прямо мясной какой-то олигарх. Я купила мясо. Страшно, мы не знаем, что это, но если бы мы знали, да. В общем, я купила мясо и купила еще бекон. Это в два раза страшнее, чем если бы было просто мясо. И я из этого буду кое-что готовить. Так что все, готовьтесь. Сегодня мясной день. Хорошего дня. Пошла есть. Мукбанг сейчас. Кстати, я говорила, что у меня на мукбанг суп с мясом. Ой, я сейчас буду записывать это обязательно. Наложили себе котику. Котику не наложиваем. Мы вообще как-то не наложиваем котику обычно этот суп с мясом. Котику суп без мяса. Вообще без супа. И мясо не надо наложивать. Зачем наложивать котику, если можно не наложивать вообще? Пошли хлебать суп. Иди хлебай. А во сколько эфир? Эфир будет у нас где-то через часа полтора. Часа через полтора. Наложивают обычно в штаны. Да. Все, целенькая ушла. Мои хорошенькие. Целую. Прочитала вопрос. Опять прослушала. Суп с мясом сегодня? Да, суп с мясом. Сегодня суп с мясом. Да, точно.